Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Deo Matiz 2011 года выпуска, двигатель 0.8 механика. На этом автомобиле заменю масло в двигателе, фильтр масляный и фильтр воздушный. Поднимаю автомобиль, сливаю масло. Поднял автомобиль, чтобы лучше было видно масляный фильтр. Снял здесь с правой стороны пыльник для удобства. Вот так его удобно открутить с этой. Снизу со стороны подушки, но он сейчас зажат. Беру краб, и откручиваем его. Помою очистителем карбюратора. Беру новый фильтр. Фильтр беру фирмы Портсмал PBC-005. Такой фильтр. Наливаю в него маленько масла и смазываю резиночку. Закручиваю на место фильтр. И сливаем масло. Откручиваю пробку, ключ на 17. Вот затянули, да? Зачем так затягивать, не понимаю. А масло... А нет, не такое, черное на свет просвечивается. Сливай. Слил масло, закручиваю пробку. Опускаю, заливаю масло. Заменим воздушный фильтр. Здесь должен быть саморез. Видать, уже сорвали. С одной стороны поставили гайку с болтом. Не от великого ума. Болт сделали сквозной, и он прокручивается.
Только так смог, располовинив, подлезть к болту, а то еще не подлез. Забитый. Вот здесь самое, что хорошо, здесь есть место. Поэтому этот болт можно закрепить через гайку, он крутиться не будет. И уже будет спокойно сверху гайкой поджиматься. Этот болт мы уберем, потому что он длинный. Резьбы мало у него, возьмем покороче. Поставлю японский болт и японскую гайку с пресс-шайбой. Так это будет выглядеть. Теперь зажимаю его. Все, болт у нас стоит. Беру новый фильтр фирмы Портсмал PAC-011. Всего-то надо было контрагаять. И заливаю масло. Масло буду использовать GM 1040, номер 194-2046 идет каталожный. Это 5-литровой банки. А у литровой, в
комментариях напишу, литровую не помню. Вливаю. Уровень максимум. На этом замену масла и масляного фильтра я закончил. Всего вам доброго.